Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум. Гармонія сімейних стосунків. Друзі, всім привіт. Продовжуються приключення жителів Курщини і Білгородщини. Туди прийшов російський добровольчий корпус і сибірський батальйон, і легіон свободи Росії. В общем, у них там весело. А в эфире у Соловьиного помета он жалуется, что приходится бегать с Apple Watch, все не работает. Ну, серьезно, я сейчас вам покажу это видео. А вообще, нефтяники плохо защищают нефтебазы, больше их защищать некому. Сами нефтяники пусть и защищают. И все хорошо, но тревожно. В общем, сейчас об этом всем поговорим. И новое обращение РДК и Легиона Свободы России к жителям Курщины и Белгородщины прямо сейчас будет. Не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка. Не забудьте, что мы продолжаем сбор для сил специальных операций на дроны. И это очень важно, чтобы они как можно скорее у них появились. Потому что, как вы сейчас услышите, они знают, что делать с этими дронами. Итак, начинаем. Опять в эфире у Соловья говорят о том, что там сидит у него ветеран разведки, герой Российской Федерации, и говорит, что все хорошо, всех остановили и подавили. Но тут же говорит Соловьиный помет, говорит, новая атака ДРГ. Как это у них складывается в голове, бог его знает. Смотрите. Сегодня ночью отражено в Грайворонском районе еще две атаки. В общем, действия наших войск на прикрытие государственной границы оцениваются удовлетворительно. И это ну, пишут, что чисто... прямо сейчас украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. Есть друзья. Ну, вот такая история. Дальше послушайте, как они рассуждают, что же, собственно говоря, с этим надо делать. И вообще, что ПВО же не может работать 24 на 7. И американцы выявили, как работает, мол, российское ПВО. Поэтому надо, чтобы граждане были бдительными. То есть, чтобы граждане стреляли. О, летит дрон. Пошли, сообщили, куда надо. И тогда они включат ПВО. А такая система ПВО в России. Послушайте, истерика. Чтобы повысить эффективность нашего ПВО непосредственно защиты объектов. Ну да, то есть переходить на объектовую, да. Под каждый куст на маршруте пролета беспилотного летательного аппарата не поставишь, а с помощью американских систем космической разведки, радиолокационной разведки и радиотехнической разведки все-таки скрываются системы наших ПВО, их режимы работы. Они не могут быть включены 24 на 7. Поэтому главный способ борьбы с этим – это бдительность населения. Если человек, кто-то видит, что запускают дрон, он не должен проходить мимо, должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Ну, это вот... Ну, это, условно говоря, работа СМЕРШа должна быть. Вот это называют СМЕРШ. Ну, то есть в стиле 30-х годов, технологии 30-х годов. Да, ну а так это Соловьиный пёс, СМЕРШ. Ну, в общем, кто еще виноват? То есть жители плохо смотрят за дронами, еще нефтяники сами виноваты, денег наворовали, а защищать свои НПЗ не хотят. В общем, послушайте очередную истерику Соловьиного помета на нефтяников. Значит так, мужики, выходите из зоны комфорта и извольте сделать все возможное, чтобы беспилотники на подлете к принципиально важным объектам инфраструктуры сбивались. Не рассказывайте о том, сколько налогов вы заплатили, мы вам за это расскажем, как вы себя ни хреново чувствовали все эти десятилетия. Просто сделайте то, что надо. Вот не объясняйте нам, как надо любить Спартак, какие там арены. Вот всю эту хреноту прекращайте, займитесь делом. Поэтому извольте-ка вот закупить все, что надо. Поговорите с гражданами, которые сами делают и придумывают великолепные системы. И подавление, и все что угодно. Если надо, купите и вооружите. На этом фоне у Соловьиного помета, ну кроме нефтянки, там пусть нефтяники занимаются, есть более серьезные проблемы. Да, ему вот никак не может отказаться от Apple Watch. Потому что оказывается Apple Watch, американцы бессовестные, хорошо работает в условиях работы в Москве РЭБа. А вот всякие другие часы плохо.
И это проблема для помета. Вот действительно, если говорит, люди, ну помогите. Это серьезная проблема. У соловьиного помета серьезные задачи. Послушайте. Действий системы РЭП вокруг объектов тоже немаловажно. Мы все уже давно замечаем, что в центре Москвы ездить с помощью навигатора невозможно. Он пляшет, скачет, показывает. Проблема с бегом. Слушай, у меня главная проблема, что там дистанцию Гармин определяет ужасно. Не могу никак отказаться из-за этого от Apple Watch, потому что они беговую дистанцию пока точнее всех определяют. Если, кстати, кто-то из специалистов знает, подскажите, какие часы хорошо в этом плане работают, то есть по дистанции. Но в это время у жителей Белгородчины, Курчины другие задачи. Как бы так спрятаться, чтобы по ним не прилетело? Потому что там активно идут боевые действия, дальше летят дроны. Очень все ярко происходит. Ну и РДК, Русский добровольческий корпус, Легион Свободы России, Сибирский батальон обратились к жителям Белгородчины и Курчины. Говорят, эвакуируйтесь, эвакуируйтесь, потому что мы тут от вас освобождаем от путинских террористов. Вот, ну а чтобы по вам не прилетело, эвакуируйтесь. Внимание, жители Белгородчины и Курчины, обратите внимание, послушайте. Вчера Русский добровольческий корпус, СИБАТ и ЛСР выступили с совместным заявлением. Мы обратились к чиновникам и властям Курчины и Белгородчины. Ежедневно с территории Российской Федерации по Украине, по ее мирным городам и селам наносятся массированные удары. Гибнут мирные женщины, дети, старики. В связи с этим мы предупредили население Курчины и Белгородчины о том, что будем наносить ответные удары. Мы вынуждены отвечать и наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов. Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждение. Никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородчины и Курчины предпринято не было. Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курчину, Белгородчину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение 1,5 часов после этого видеообращения. Ну вот такие новости на России. Не забудьте подписаться, лайк, шер, комментарий, подписка. Иду голосовать на заседание Верховной Рады. А вы, друзья, по возможности поддержитесь ССО. Друзья, всем привет. Сейчас поговорим про то, что дальше продолжается на России. А там дальше горят нефтеперерабатывающие заводы. Продолжаются бои в Теткино и освобождение Теткина и Дядькина от путинских захватчиков. Это Курская область Российской Федерации. Ну и грустный Соловьев рассказывает, что уже сами нефтяники должны себя защищать. Вот, уже государство России не до того. Они только Путина могут защитить, а нефтяники пусть защищают себя сами. Ну и дронов, говорят, тучи дронов атакуют. И много будет очень крутых видео. Друзья, не забудьте подписаться. Лайк, шер, комментарий, подписка. Продвигаем наш контент в YouTube. Это очень важно. Ну и присоединяйтесь к сбору на дроны для сил специальных операций. Как вы видите, враг уже чувствует, что дронов становится все больше. И вы прикладываете к этому руку. Итак, новая красота теперь в Рязани. Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Горит просто песня. Посмотрите. Посмотрите, как красиво в него влетает. Летит. Смотри, сейчас наверняка будет куда-нибудь по. Не? Да. Ты смотри. Падает. Все, пошел. Ну. Тоже. Смотрите, как волнуются люди, которые это все наблюдают. Вот и до Рязанского завода добрались. Сейчас как въеб... И прям вот загорелось перед нами, перед машинами. Вот мы все стоим, все, пи***, Рязанский завод въеб...
Только что, прям сейчас. Ты смотри, дроном, небось, стеганули. Да, конечно. Спилось. Все, завод взорвали. Да мне кажется, выходить не сейчас еще в. Все, сейчас это запустим. А что, это сет же? Красота, да? Все, это как? Все грузится. Как вы видите, красота, красота. Напомню, вчера был удар по нефтеперерабатывающему заводу Лукойловскому. И уже сегодня российский рынок не досчитывается 2,5% объема потребления, то, что производил, выдавал на гора этот завод. То есть это очень серьезная цифра. И он остановлен. А теперь еще и Рязань. Это уже серьезно. И это система. Просматривается система, по которой работает Украина. И это очень хорошо. И нужно бить в эту точку, которая как бы типа сильная точка России, но на самом деле также их ахиллесова пята. Ну и это уже вызывает такое, как бы, ну, злость у соловьиного помета. Вот он сидит в своем утреннем эфире, рассказывает, что, а нефтяники, вы там что сидите? Что, мол, не защищаете свою, нашу, вернее, нефть? Посмотрите. Интересно, а когда наши нефтяники придут в чувство и поймут, что все их объекты являются предметом особого внимания со стороны Украины, и надо защищаться? Они будут по-прежнему хитрить и пытаться оказать давление на власть, мол, ну вы давайте нас защитите, или наконец придут в чувство и сами тоже что-то сделают. Вообще-то нефтяники и так себя крайне неплохо ощущают на протяжении многих лет, после того, как в Конституции появилась эта странная тема, когда все принадлежит уже не народу Российской Федерации, а вот еще и кое-кому еще. И недра стали не только народными. Ну, то есть, как, когда они внутри, они народные, а как поднимаются наверх, опаньки, есть пацаны, которые очень неплохо себя чувствуют. Вот, может, давайте уже, граждане-нефтяники, не смотреть на страну так, как, ну, ладно, вы нам всем должны, а то, что все-таки понимаете, что вы распоряжаетесь народным достоянием. И извольте его защищать. В том числе и сами. Интересно. Мол, нефтяники, защищайте себя сами. Это прикольный тезис. Еще у соловьиного помета вспоминали Теткина. Говорят, мол, все самоликвидировались, демоны. Чудо в Теткина, посмотрите. У нас сегодня большой праздник, Владимир Анатольевич. День чуда под Теткина. Видите? Да. Рука день чуда, да, согласен. Открываешь, а они самоликвидировались, куда-то рассосались. Вот ты дивись, да. Ну, не знаю, о каком чуде они говорят в Теткино, потому что, похоже, в Теткино никто не самоликвидировался. Посмотрите, Легион Свободы России в Теткино продолжает находиться. Ведем бой в Теткино. Легион Свободы России. Название села там подальше, чуть попозже продвинемся. Улицы сильно простреливаются. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить обязательно. Мы живые, мы устали, мы с вами, вместе мы сила. Слава Украине! Героям слава! Свобода России! Кроме того, они постят видео, сибирский батальон, РДК, постят видео, как они уничтожают командные пункты. Посмотрите. Ну, как-то, в общем, не похоже, чтобы, как они говорят, да, там кто-то самоликвидировался. Ну, и Украина наращивает объемы атак дронами, и это очень правильно, и это очень хорошо. И уже даже их там эксперты сидят и говорят, ну, тучи дронов просто атакуют. Не было такого еще недавно. Это отлично. Послушайте. То есть вся вот эта совокупность черни, которую они собираются сделать и провоцировать, безусловно, настроена на то, чтобы сорвать выборы. Удар огромного количества беспилотников. Даже вот за сегодняшнюю ночь с передовой, вот я разговаривал со своими братьями, да просто тьма. За эту ночь как никогда этих беспилотников было. И Мавиков, и FPV-дронов, и Бабы-Яги.
мы за последние 2-3 недели такого количества не видели. То есть какая-то волна. Запад им дал как раз вот эти беспилотные летательные аппараты, дал им боеприпасы. Ну и вот они обсуждают, где это все делается. Оказывается, говорят, все эти дроны делают в Чехии. А, ну да, в Чехии. Посмотрите. Собственно говоря, расшифровку того, что так радостно потирая ручки, там 2 недели назад американцы говорили о том, что Россию ждет еще много сюрпризов. Собственно говоря, сюрпризы никакие не ждут. Мы видим все то, что мы, по крайней мере, ожидали. Себя в эфире, да, много раз проговаривали. Идет рост попыток, так сказать, террористических ударов по нашей территории. Креатив, так сказать, украинский главный. И попытка, что называется, дестабилизировать внутреннюю такую как, ситуацию с помощью ударов с дронов. Соответственно, пока мы видим наращивание ударов воздушных дронов, надо понимать, что, конечно, будут в ближайшее время и крупные атаки против Крыма приняты. Ситуация здесь достаточно, как бы, с одной стороны, прогнозируемая, с другой стороны, непростая, потому что, по крайней мере, воздушные дроны почти все сейчас собираются за границей Украины, в основном на территории Чехии. И, соответственно, до них дотянуться сложнее. Друзья, ну вот такие новости. Все это они, как вы видите, связывают еще и с выборами Путина. Ну, выборами, коронацией Путина. В общем, Украина пытается, мол, омрачить коронацию Путина. Вот, и это цель. Ну, про коронацию это все понятно. Вы не думаете, что после коронации, там, про которую это все ясно, что-то изменится. Дальше у вас будет только хуже. Друзья, держим строй, и вот такое видео, важно его показать, важно его распространить, чтобы понимать, что с той стороны все совсем не так сладко.